Каспийской школе номер 15 состоялось открытие летнего пришкольного оздоровительного лагеря «ЗОЖ». В нем приняли участие приглашенные звезды дагестанской эстрады, аниматоры, родители школьников и многие другие. Началось мероприятие с традиционной лезгинки. Отметим, что дневной лагерь будет открыт 21 день. В это время дети будут разделены по отрядам, каждому из которых будет прикреплен свой вожатый. По словам руководителя пришкольного лагеря Лиана Алиева, в нем работают самые лучшие педагоги и работники школы, благодаря которым отдых обещает быть увлекательным и интересным. Почетным гостем мероприятия стал начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова, которая присоединилась к празднованию и обратилась ко всем с поздравлением в честь открытия лагеря. Я вас поздравляю с открытием лагеря. Это здорово. Вы целый месяц будете приходить в свою школу и заниматься всем, чем угодно, кроме уроков. Поэтому я вам завидую. Я вам желаю хорошего отдыха. Пусть все дни у вас пройдут весело, замечательно. И чтобы вы обязательно чему-то научились. Я вас поздравляю. Хорошего лагерного отдыха вам. Завершилось мероприятие концертной программы от воспитанников школы номер 15.